Первоклассница Ангелина Храмова рассказывает, сегодня проснулась на 2 часа раньше обычного. В школе на линейке у девочки была важная миссия. Она давала первый звонок. Было ощущение очень интересное и странное, потому что первый раз это делаю. В школе номер 124 прошел День знаний. Первоклассники на сцене прочитали стихи, выступил танцевальный коллектив «Ровесник». Хочется пожелать, ребята, правильно определиться в будущей профессии. И от лица жителей хочется поблагодарить главу города Елену Владимировну Лапушкину, губернатора Самарской области Дмитрия Ильича Азарова за те программы, в которых участвуют наши школы. В 109-й школе отряд юнармейцев «Ночной дозор» пронес флаг и продемонстрировал свою строевую выучку. С напутственным словом к ребятам обратился депутат Яков Резников. Вот эти детишки, они вызывают, безусловно, самое, так сказать, чувство счастья, собственно говоря. У меня у самого уже внук 4-й класс пошел в этом году. И совсем недавно я его также в 1-й класс провожал. В Самаре в этом году за парты сели более 125 тысяч школьников. Из них около 15 тысяч – первоклассники. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.